В нашем городе торжественно открылся парковый сезон – идеальное место для семейного отдыха, где взрослые могут вновь почувствовать себя детьми, дети насладиться аттракционами, поучаствовать в детской развлекательной программе и открыть для себя что-то новое. На открытии парк культуры превратился в карусельное царство, в котором юным жителям нашего города предстояло пройти квест-путешествие, следуя от одного этапа к другому с помощью ребусов, карт-схем по заколдованным местам, выполнить задание по поиску волшебной кнопки. Все активные участники получали призы. Бесплатные билеты на долгожданные аттракционы. Отдыхайте на свежем воздухе с удовольствием. Посетите с детьми городской парк культуры и отдыха.